Всем привет! Итак, Subaru 2022 года с поврежденной четвертью и задней дверью. Четверть и задняя дверь будут меняться. Также передний бампер имеет несколько царапин. Ремонт будет немного сложным и интересным. Для ремонта у меня есть четверть и задняя дверь. Машина уже у меня в мастерской, и я начинаю ремонт. Первым делом я попытаюсь открыть дверь. И первая попытка не удалась. Ладно, буду пробовать открыть другими способами. Итак, дверь снята, теперь вынимаю детали салона и все, что будет мне мешать при ремонте. Салон машины разобрал, теперь устанавливаю машину на стапель и затем разберу ее до конца. Итак, машина разобрана и стоит на стапеле. Начинаю колдовать с кузовом. Сначала мне надо вытянуть арку колеса. Ну что, начнем?
Работа по вытягиванию закончена. Теперь удалю поврежденное железо. Итак, все, что будет меняться, удалил. Теперь дотягиваю, чтобы все встало на место. Теперь мне надо поставить на место среднюю стойку, чтобы я мог установить дверь. Теперь подровняю переднюю дверь, и я смогу все устанавливать и сваливать. Но сначала я возьму с донорского куска все, что мне нужно. Теперь у меня есть все детали. Могу устанавливать и сваривать.
Гуд. Внутренние элементы приварены, сварочные швы замазаны. Устанавливаем заднюю дверь, заднее крыло. Выравниваем места сварочных соединений, проверяю зазоры и после этого свариваю. Проверил зазоры, все отлично. Снимаю крыло, наношу клей, ставлю все обратно и свариваю. Установил фонари, проверил зазоры, начинаю сваривать. Сварочные работы закончены. Сварочный шов на стойке заливаю оловом. Немного герметика.
Работа с металлом закончена, устанавливаю колеса, снимаю машину со стапеля, и она уезжает в малярную мастерскую. Через неделю машина вернулась ко мне после покраски. Собираю. Ремонт этого Subaru закончен. На этот ремонт ушло 65 часов моя работа и неделя покрасочных работ. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!